Здравствуйте, Никита и Маша. Сегодня у вас важный-приважный день. Сегодня день рождения вашей семьи. И мой день рождения тоже. Я ваш ангел-хранитель. Я выбрала вас потому, что вы хорошие, добрые и красивые. Особенно Маша. Ваша любовь большая, какие сильнее, чем великан, ярче, чем солнце. Ее хватит на 100 000 лет. Я знаю впереди, что у вас только счастье, по-другому нельзя. Я всегда буду рядом и буду вас оберегать. Но вы всегда оберегайте друг друга. Будьте рядом. А как меня зовут? Вы уже сами решайте. Когда я появлюсь на свет?